Всем привет, с вами канал CryptoClub, и сегодня у нас на обзоре проект UChain, официальный сайт uchain.world. Так, ну это Тим, это я просто смотрел команду, да. В этом обзоре посмотрим токен sale, распределение токенов, продажу, да, и все такие прочие подробности. Так, это не то. Зайдем сначала в white paper, да, вот здесь есть раздел токен sale. Давайте посмотрим на токен sale, вообще выделено 35%, да, 10% будет у компании в резерве, 15% будет выделено команде, ну вот на 3 года, да, в течение 3 лет будет постепенно разблокироваться. Вот, и 40% на экосистему, видимо, это на приобретение токенами компаний, да, различных, то есть компаний, которые будут участвовать в проекте, им же нужны будут токены обязательно. Вот, я думаю, эти 40% выделены именно на это. И распределение вообще токенов как будет составлять, да, 30% на маркетинг, 5% адвайзерам, вот, 35% на команду и разработчикам, да, ну, вообще на разработку продукта, вот, и на глобальные операции различные будет выделено 30%. Вот, хардкап у них 35 тысяч эфиров, да, в приват сейле, вот, стоимость одного, ну, в одном эфире, один эфир продавался за 7500 тысяч ютейнов, можно было приобрести, да, но вот половина из них заблокирована на полгода. В публичной предпродаже один эфир, ну, естественно, уже можно было приобрести меньшее количество токенов UChain, вот, и часть тоже какая-то заблокирована на 3 месяца. Так, вот еще на сайте ICO Drops давайте посмотрим про токен сейл, да, вот цель у них 17 тысяч долларов, то есть 35 тысяч эфиров, вот, на платформе эфириума их токены базируются, да, ERC-20, вот, один токен, ну, практически один цент, да, составляет 0,008 доллара, вот такая вот цена символическая, такую цену они выбрали. Здесь вот написано, что доступно 40% токен сейле, да, в white paper написано 35, цифры примерно одинаковые, вот. Также всем инвесторам нужно будет пройти проверку, да, запрещено участвовать жителям США и Китая, ну, потому что такое у них законодательство, и вот минимальные, максимальные капы, которые можно инвестировать, да, 2 эфира в первые 24 часа, пол эфира позднее, вот, и 2 эфира, вот это было минимальное, да, вот, а максимальное сначала 2 эфира и позднее 5 эфиров только можно максимум инвестировать. Вот, и рассылка токенов будет осуществляться в течение месяца после продажи токенов, принимаются только эфиры. Вот такой вот токен сейл у проекта, да. Спасибо вам, ребята, за просмотр. Оставляйте лайки, комментарии, подписывайтесь на канал. Всем добра.